В Петрозаводск прибыли очередные грузы с гуманитарной помощью для беженцев от жителей Сартовальского района. Их распределением и сортировкой в пункте сбора Общероссийского народного фронта занимаются волонтеры. Нужно разгрузить, нужно расфасовать правильно, составить товарные накладные, посмотреть по срокам годности и приготовить к отправке. То есть вот это волонтеры наши в центре сбора гуманитарной помощи проводят всю эту работу. Часть собранного жителями Приладожья получат беженцы, приехавшие в Карелию, которые живут у родственников или в пунктах временного содержания. Им нужны их средства гигиены, продукты длительного хранения и все, что может помочь им начать заново устраивать свой быт, вплоть до подушек и одеял. Кроме того, что мы отправляем сборные грузы, да, гуманитарной помощи, мы подкрепляем тех жителей, которые приехали с Донецкой и Луганской областей, с Украины в Республику Карелия. Уже выдано 170 человек, да, которым выдана гуманитарная помощь. Гражданская активность – это основа всего процесса, без которой ничего не сдвинулось бы с места. Именно благодаря пожертвованиям и усилиям волонтеров стало возможным регулярно собирать и отправлять гуманитарную помощь.